мистера Блэко. Я из газеты. В чем секрет вашего успеха? Я всегда знаю, что человека заводит. Хан. Кристиан? Ай! Больно же! О! Господи! Ай! Белоснежки, почините лифт! Улыбочку? Нет, лучше не надо. Вообще никогда. Как вы заработали состояние? Я научился контролировать абсолютно все, мисс Стил. Значит, такая, как я, вам не подойдет. Да ты альфа-самец! Меня тошнит от романтики. Почему у нас с тобой не может быть нормальных отношений? Скажем так, у меня была сложная жизнь. Мой отчим Рот слишком меня опекает. Надумал жениться? Нет. А по залету? Все равно нет. И хрен нас два. А ты мне нравишься. Я просто доминант. Покажи, что умеешь. Подчиняйся! Ты сломал мою табуретку? Нет. Надо поговорить. В смысле, как белые? А что такого? Они вечно говорят длинными сложными текстами. Лучше по-нашему. Да хрена лысого. Да неужели? А ну-ка, заткни свою баришку, блин! Да сейчас прям! Вот видишь, это разговор!